смотрите сегодня вестники Северодвинска. В первый класс, не в первый раз, 8 индийских детей сегодня пошли в Ягринскую гимназию. Однако их единственный первоклашка уже отучился в школе на родине. Об интернациональном 1 сентября расскажем в начале выпуска. Закроют ли рынок на Советской? Вместо временных палаток у парка должен появиться закрытый павильон. Студенты вернулись с масштабных российских строек. Движение стройотрядов живет и собирает все больше поклонников. Приревновался жительницу, пытался убить соперника. Мужчину от смертельного удара ножом спас мобильный телефон. Кони в Северодвинске привередливые, на празднике лошади юные жокеи показали свое мастерство. Два пенальти и удаление с поля. На Яграх состоялся матч за золото чемпионата по футболу. Обо всем подробнее на канале ГТРК в 19 часов.